Так, всем привет, друзья. Сегодняшнее видео будет про моих канареек. Так, здесь раз верхний, два нижний, третий, четвертый, пятый. Это все самцы. Это их не папа. Это все молодняк, молодые самцы. Вот здесь одна только самочка. Там была самочка, я ее отдал. Позапрошлым, по-моему, видео я рассказывал. Так, теперь там в другой клетке у меня еще с третьего выводка есть два птенца. Вот сейчас эту самочку я туда пересажу, а тех двоих самых младших в эти две клетки посажу, потому что уже им больше полтора месяца. Надо посмотреть, кто из них самец, кто из них самка. А вот эта самочка со своей мамой будет сидеть. Две самочки, это уже ясно. Вот, там две молодые птицы. Вот надо понять, который из них самец, который из них самка. А вот эти все однозначно самцы. Они все поют. Только вот у ихнего отца линька затянулась, он еще не поет уже два месяца, все молчит. Хотя все необходимые витамины, зелень, все я ему даю, ну что-то у него линька затянулась. Вот даже видно у него сзади на шее еще перья не полностью обросли. Вот этот самец с первого выводка самый звонкий, самый активный. Его я себе оставлю. Вот этих троих я буду продавать. Ну, может, кого-то еще оставлю, но в планах их продать. Может, еще этого оставлю, он тоже неплохо поет. Но они все неплохо поют, просто который мне больше нравится, я хочу себе оставить. Так, ну эту самочку сейчас возьму и пойдем туда. Так, вот они, два птенца с третьего выводка и ихняя мама. Окольцованная это мама ихняя и вот эти два птенца. Сейчас их буду отлавливать и пересаживать туда, а ту самочку сюда посажу, чтобы она здесь летала. Она уже точно определена, что она самка. А эти, какой-то из них уже начинает издавать звуки, но они в общей клетке, непонятно, кто из них хочет петь, кто из них щебечет. Поэтому сейчас я буду в клетке отсаживать. Они у меня не кольцованные. Почему я их не кольцевал? Потому что... Но я уже буду знать, что это птенцы с третьего выводка. Те у меня все кольцованные. А этих различать легко. Вон, у одной канарейки пятно, у второй пятна нету. Ну, есть вот здесь. Чуть-чуть видно над глазом. А у второй прям большое пятно. Оно сразу заметно. Ладно, сейчас поймаю, покажу их поблизости. Так, вот такая вот канарейка. Это птенец с третьего выводка, как я уже говорил. Вот у нее над глазом небольшое пятно. А в целом она
лимонного цвета. На перьях здесь белые оттенки у нее есть, но все же она лимонного цвета. Так, ее будем сажать сюда. Сейчас вторую поймаем. Так, а вот это вот второй птенец. Вот у нее здесь большое пятно. Их никак не перепутать. Молодежь. 2,5 месяца. Ой, не 2,5. Так, они апрель, май, июнь. Июньские, в начале июня они у меня вывелись. Июнь, июль, август. Начали июнь, июль, август. Ну, сейчас середина августа. Да, 2,5 месяца где-то им. Уже начинают издавать какие-то звуки. Теперь отдельно их рассажу. И буду наблюдать, кто из них самец, кто самка. Я надеюсь, хочу, чтобы была одна самка и один самец, потому что у меня вот только одна самка. Было две вообще. Одну я вот отдал брату Бакин. Ну, поменялся, можно сказать. Я хочу у него взять птенца от чубатых канареек. И вот одна самка осталась. Ихняя мама осталась. Две самки у меня. И хотелось бы еще одну самку. Три самки, если у меня будет, то в следующем году уже побольше птенцов я надеюсь получить. На следующий год хочу одну пару канареек, а остальных буду порвать с другими птицами, с щеглом, может, с чижом, но с щеглом точно буду порвать. Потом чиж, может, будет у меня, и красношапочный вьюрок, скорее всего, тоже будет у меня. И, ну, не знаю, еще думаю Реполова приобрести и тоже третью пару сделать с Реполовом. Ну, может, или репела, или чижа самку возьму. И вот у меня самцы, с ними буду паровать. Ну, попробуем получить гибридов. Теперь канарейки у меня тьфу-тьфу получились. Выводить канареек у меня получилось, а как получится с гибридами, это покажет время, да? Вот такие вот дела. Сейчас вот поменяю местами, сюда эту канарейку посажу, и будем следить, кто из них самец, кто из них самка. Вот такие вот новости, друзья. Обязательно пишите в комментариях свои мысли. Задавайте вопросы. Что-то в последнее время вопросов в комментариях нету. Хотелось бы узнать ваше мнение. Что вы думаете насчет разведения птиц? Что вы думаете насчет гибридизации? Планирую заняться гибридами, гибридизацией заняться. Кто в этом, у кого в этом опыта побольше, поделитесь, пожалуйста, будет очень полезно мне, и думаю,
тем, кто будет читать эти комментарии, будет полезно. Ну, на этом все. Всем до следующих встреч.